Передай от меня это послание своему хозяину. Черный мечник пришел, так и скажем. Ты особенная. Почему, любимый? Потому что мне, кроме тебя, никто не дает. Ну так что, нравится твой магический элемент? Я весь, сука, в этом дерьме. Магия говорит, тебе нравится. Магия тебе, блядь, нравится! Свои одежды. Платье просвечивается насквозь. Дура! Оно не просвечивается. Я позволяю всем увидеть. Шлюха! Стиль. Стиль — это все. Тронула меня! А я не трогаю! А тронула меня! Не тронула! Тронула! Ты врешь! Вот это нихуя себе! А какой пистолет нужен? А чтоб удобно мне в кармане было носить его. Носил с собою ствол, носил патрон ствол. Где мы, кто в тягах, не страшны тревоги. Что за тяги, того сиську трогал. Ля ты крыса, а? Почему? Вас с самого раннего возраста учат, что Бог есть, и вам может нахуй вынести мозг осознания того, что есть люди, которые в него не верят. Ах, вот почему. Сколько можно, блядь? Сколько можно, ёб твою мать, блядь, вы, блядь? Да, блядь, я и не могу. Я люблю вас давать пизда, нахуй. Тупо, сука, тапок полный. Супер, сука, мотор, блядь. А где Кока-Кола? Яка Кока-Кола? Ты забрала за собой ключи. Где Кока-Кола? Окей, давай, ай. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Я занимаюсь спортом уже вот 6-й год. Качаю пресс за тренировку 1500 раз. Молодец. Ты кто? Я не обязан объяснять, кто я. Не спрашивай, кто я. Ты меня не знаешь, тебе не нужно знать, кто я. Ты не знаешь, кто я. Не спрашивай, кто я. Ты не знаешь меня, тебе не нужно знать, кто... Морлок. Я принес меда. Вы же хотели попробовать. Такой добрый. Люблю. Чегось? Курва, Токио Дрифт, курва. Odjeżdżam i kurwa od tej budki. No i odjebałeś. Японские ученые выявили, что мужчины, которые смотрят аниме, в среднем на 15% умнее и целеустремленнее, чем их парни. Сейчас будет тачдаун, сука, get down, soul виска, click, black, pew. Со мной маленькая киска, hello, kids, hello, kids. В ее сумочке от Gucci прячу лины. Бля, я не знал, что я когда-нибудь с этим столкнусь, но, блядь, ну, я с этим столкнулся. Вот что вот мне делать, блядь, палка в рот, и что там, блядь, я уж не помню. Вот что он там, блядь, жестикулирует, нихуя непонятно. Чувак, куда мне ехать? Я еще самый первый, блядь, стою здесь. О, граждане, алкоголики.
хулиганы, тунеядцы. Кто хочет сегодня поработать? Пельмень внешне напоминал планету Сатурн. Он обладал той же полнотой силы этой могучей планеты газового гиганта. Напиздел. Знаешь, что в субботу вор не ходит на работу, а у нас суббота каждый день? Ты дал? Ай, да ёб... Парасете, ебать твой рот нахуй! Вы что, хотите надо мной поиздеваться? Вы из меня идиота хотите сделать, что я с поля должен ехать просить газ, нефть и прочие там кредиты, а потом бежать в магазин цены контролировать? Я заикаюсь, и я не слышу, как я загорелось солнце над ебалом. Сутки позади, но мы не спали. Ай, закари! Это база. Бесть! Это база. Саня, ты что здесь делаешь? Ты почему, я не буду, что вы здесь ты делаете. Почему в такой позе ты сидишь? Где МЧС? Да как, а где МЧС? У нас нету МЧС. Это пособие будет для начинающих. Рука был, сами иначе, губы нами, помина, сука, ебали, еще влагали, еще вердун дрочил. Wait a damn minute. But the kid is not my son. Woo! Если вовремя не засунуть руку в трусы, то можно навсегда остаться друзьями. Лишняя пара рук мне бы не помешала. Баттерс, поручишься за него? Да. Меня взяли в кафе мороженое. Параша полная, да тут хоть платят. Мне уже этот мир абсолютно понятен. И я здесь ищу только одного – покоя, умиротворения и вот этой гармонии. That's very good. Yes. All right. I said... Коза стала жертвой серии изнасилований. Шокирующее происшествие в деревне Шутилово Первомайского района. Как говорит хозяйка пострадавшей козы, ее сосед уже 7 раз пробирался к ним на скотный двор с определенной целью. О, курва! Здрасте, а ничего, если у меня 14 рублей не хватает? Никита, наклейки стоят 15 рублей. Блин, тетенька, да мне отыграться только, ёлы-павы, ну дай хоть одну наклейку с Пикачу. Заставь меня съесть, дядя! Бля! Думаете, однородные члены или сложное предложение? Большие члены. Какие? Большой член, большие яйца.
Ваши любимые простяцкие рецепты? С 5 парнями в 5 утра. Берем отварную картошку? 2003 года. Да. Обязательно вдолбить в уже остывшую. В задницу. Я мужик, он мужик, он мужик, он мужик. Ты мужик? Конечно. Жоб мужик и больше не мужик. Весна, коты прилетели. Даже детеныши носорога являются очень опасными существами. Поэтому я построила эту клетку. Ого, как он съебался. Женщина, которая хорошо готовит, или женщина, которая хорошо сосет? В чем проблема хорошо готовить и хорошо сосать? Вот именно. Серьезно, вот вы думаете, великомученики, они где-то там, там Серафим Саровский или что-то такое. Вот перед вами великомученик, его зовут Андрюша Губин. Я такой охуенно важный. Я ведь такой охуенно важный. Не забудьте поставить лайк. Спасибо за просмотр и удачи вам!